двигатель 2.0 бензиновый, 156 лошадиных сил. Автоматическая коробка передач. Передний привод. Машина 2008 года выпуска. Тонировка, коврики, дефлекторы и диоды в салон. Сделал тонировку перед 15 плюс полоса на лобовое, зад уже был в пятерке. Далее установил коврики Ева, дефлекторов Star, рамки номерного знака Далех, коврик в багажник Navlini, подсветка номера Philips, подсветка салона Hiniti Nu и заменил воздушный фильтр, старый был очень грязный. Замена масла в вариаторе, пробег 174 тысячи километров. Замерил масло щупом, слил, все промыл, собрал обратно и залил масло, слил примерно 6 литров, залил 6200 ровно до того уровня, что был при сливе. Масло было не сказать, что гудрон, но заменить не лишнее. На магнитах налет был где-то 1,5-2 мм. Поддон и низ вариатора промыл нефразом. Фильтр грубой очистки не менял, просто хорошо промыл. Масло залил без шприцов и других приспособлений, оно через лейку норм заливается. Ну теперь 1035, думаю, хватит. Хромированные накладки на зеркало. На американской машине должно быть много хрома, заказал на Али в черную пятницу хромированные накладки на зеркало. Установка пару минут, обезжирил, немного погрел феном скотч 3М и приклеил. Вид с ними бомба. Тонировка задних фонарей от Dark Auto. На всех авто слегка тонирую заднюю оптику. На Dodge сделал с вырезом заднего хода и поворотника. Тонировка была выполнена великолепно, учитывая сложный рельеф фар. За что огромное спасибо центру автомобильной эстетики darkauto.ru. Установка светодиодных Billens CarProfi Billet Lens PS Active Light 3.0. Вот, наконец-то, все свершилось, и я установил бидиодные модули на Dodge Calibra. За помощь в инсталляции. Используемые комплектующие для установки. Светодиодные Billens CarProfi Billet Lens PS Active Light 3.0, 5000 K, комплект 2 штук. Маска для Billens CarProfi Stealth 3.0, Z112, комплект 2 штук. Резиновая крышка для фары CarProfi CPRC 105 мм, 2 штук. Биксеноновая проводка CarProfi H4 Hilo для подключения биксеноновых линз и ламп 12-24 В. Обманки бортового компьютера H4 CarProfi Canvas для светодиодных ламп головного света и противотуманная фара. Итог, светом очень доволен, кристально-белый свет отлично освещает дорогу в любых погодных условиях. Мгновенное включение ближнего и переключение на дальний.
четкая СТГ никого не слепит, а огромный охват потоком света обочины очень впечатляет. Никаких выгоревших отражателей теперь не будет. Плюс гарантия завода-производителя на чипы более 5 лет позволит надолго забыть про замену ламп. Кронштейн для крепления светодиодной балки плюс балка на 50W. Прикупил на днях кронштейн для крепления светодиодной балки в паре со светодиодной балкой Carprafi CP5WSL50 Spot Slim Light 50W CREE, все собрал, заместил свет с 9-этажного дома. Отличный прожектор будет. Общий вес получился 1,9 кг. Винты, диаметр 100 плюс пластина на заднюю часть бампера, должно получиться навека. Брызговики SQA плюс шильдик MPR. Же не помню, но не так давно у кого-то подсмотрел установку этих универсальных брызговиков. Думаю, нужно себе поставить, чтобы сзади меньше грязью закидывало. Брызговики SQA артикул S05201001 отличные, мягкие, встали как родные и ценник в 200 рублей. Очень гуманен. Еще наконец-то пришел шильдик MPR с Поднебесной, на задней правой стойке ему самое место. Установка кронштейна и балки 50 Вт на дальний свет. Не так давно собрал кронштейн с балкой для установки на авто. Установил почти сразу, и вот поездив пару недель, понял, что он не совсем то, что нужно. С балкой вопросов нет, дальний светит как от паровоза, а вот кронштейн сильно загораживает номер, пробовал 90 км в час под камеру в городе, неделя прошла, штрафов нет. Понятно, что милицейские этот тюнинг точно не одобрят. Решил отпилить трубу и оставить одну балку. Саму трубу выкидывать жалко, приварю к ней шпильки и приделаю вниз на юбку бампера, приложил вроде хорошо. Для балки осталось сделать чуть больше подставки и утопить ее ближе к решетке радиатора. Опять хром, накладки на дверные ручки и наручник. Добавил еще немного хрома из Поднебесной, на этот раз под раздачу попали ручки дверей и ручник. Взял фен 10 минут и накладки на месте. Установка Dogfar Carprafi CPSL 36 спад на дальний плюс хром труба. Не так давно проводил эксперимент с установкой доп. Светодиодной балки на 50 Вт для дальнего света на кронштейн под номерной знак. Но, честно говоря, что-то мне не зашла данная конструкция, смотрелась как-то инородно. И вот, решился на второй эксперимент с установкой уже вторых светодиодных балок по 36 Вт Carprafi CPSL 36 спад, но на этот раз врезал их в решетку радиатора. В этот раз все получилось ну очень распрекрасно, балки не смотрятся инородно, и на мою имху отлично дополняют машину и откровенно идут ей. К отпиленной трубе от кронштейна, как и хотел, приварил шпильки и приделал внизу бампера. Пока машина была на подъемнике, вырезал из пластика заглушки для дыр, через которые меняются лампы в ПТФ, и прикрутил на 4 самореза, все же меньше грязи лететь будет. Итог, проделанной работой очень доволен, вид у машины стал интереснее и, на мой взгляд, более брутальней, дальнего света стало однозначно больше, но проверить, как все это светит, смог только в гараже, в темное время суток пока не довелось. Приобрел диски на лето Replicr 7 на 18,5, 114,3, 35,67,1 Replicr Honda HND 505 BKF Lead. К уже купленной резине Cormoran 215-55 R1899 VSUV Summer XL приятным бонусом при покупке была скидка 4% и гайки в комплекте. На днях соберу все и поставлю, а зимние диски отдам в покраску. Да и нужно колпачок центральный, чтобы Dodge был, если подойдет с зимних поставлю или наклейки с Али закажу.
камера заднего вида CarPrafi HX901 плюс зеркало-монитор HX501. Чехол на руль плюс подголовники. Заказал и получил я этот чехол еще в начале 2019 года, и не теряя ни минуты вчера добрался до него и наконец-то приделал на руль. Качество оплетки отличное, кожа мягкая и толстая где-то 3 мм. Натянулась как родная. Вся процедура с ниткой и иголкой заняла 1 час. Но оно того стоит, ощущение как от перетяжки руля позитива масса, посмотрим насколько хватит. Не так давно приехали и чехлы на подголовники, с ними вид интереснее и функционал, кармашек сзади. Кастомный шильдик Dodge на заднюю дверь. Штатный шильдик сильно облез и позеленел хром. Мне хотелось чего-то необычного. И тут вспомнил о одной группе ВКонтакте, где делают шильдики на заказ, там и заказал. Замена выгоревших противотуманная фара на модуле CarPrafi PTF4, 4TK, 30 Вт CREE, Fleet Land Series. Противотуманки кончились уже давно, все потускнели и осыпался отражатель, воткнул туда диоды и использовал на дорогах, где нет встречных машин, так как противотуманные фары светили во все стороны, но только не на дорогу. Нужно что-то с этим делать, да и хорошее дополнительное освещение машине не помешает. Нашел недорогое, но отличное решение в виде модулей противотуманная фара. Комплект 2 штук и диодные с ровной границей, соответственно, будут светить на дорогу и не слепить встречку. Решено, заказал. И не пожалел. Бегущий повторитель поворота. У меня один повторитель треснутый, и постоянно в нем скапливается влага. Давно уже думал заменить, цена на оригинал заоблачная, аналогов особо не нашел. Зато нашел на просторах AliExpress светодиодный динамический боковой габаритный фонарь, доставили быстро, за 2 недели. Качество отличное, все ровно без заусенцев, и на первый взгляд присутствует герметик. А так время покажет. Замена занимает 5 минут. Работает все четко, как должно быть. Повторитель запускается с основным поворотником синхронно. Смотрится черный повторитель вообще бомба. Элероны на передний бампер. Уже лет 5 лежат в гараже без дела, да и думаю приделаю. Отпилил по размерам, покрасил в черный мат и закрепил на уголки плюс саморезы к низу бампера. Что думаете, имеет место быть? Мне что-то не очень нравится и думаю сниму, наверное. Но тем не менее эксперимент был, жду здоровой критики. Ничто не вечно и выхлопная система не исключение. К тому же, эффект Волги уже порядком надоел, дребезжащий резонатор при повышении оборотов уже бесит. Нужно ремонтировать.
для ремонта были приобретены. Универсальный резонатор CBD-RULE-003. Герметик керамические дони DIL-DD6785. Краска спрей термостойкая CUDA KU5001. Родной резонатор 90x400 и труба 51 мм. CBD чуть больше 440x90 и труба 55, внутренний диаметр 52, поэтому отрезанная труба в него заходит идеально. По замене ничего сложного, с нужным инструментом и сваркой делов на полдня. Состояние задней банки видно на фото, трещин немного, но они есть. После проварки трещин наварил небольшой усилитель по центру из проволоки 5 мм. Родной хомут открутился нормально, его и поставил на место. Родной резонатор был пустой, видно уплотнительный материал, который должен поглощать вибрацию и шум, выгорел и стал звонкий, как колокол, видно на видео. После переварки все покрасил термостойкой краской, так думаю, ржаветь будет дольше. В итоге все, что сделано, не напрасно. Машина едет и шепчет, как новая, двигателя вообще не слышно, никакой вибрации от резонатора, никаких посторонних звуков.